блядь, ты что ж ты делаешь, блядь? Ёб твою мать. Ну ты посмотри хоть чуть-чуть, ну видишь, торможу, бибик. Ну хоть чуть-чуть посмотреть надо. Я поднимаю, я не несу. Ладно, извини. Блядь. Куда это чучело ехало? Thank you.
По вашему случаю, от 15 марта, насколько я вижу, вы писали заявление, да, на согласование станции Киа-центр? Да. Михаил Стахнович. Да. Проезд еще туда-обратно, будет еще 300 гривен конвенция, говорит, похоже. Бля! Пиздец, блядь. Это кто потерял? Будь реалистом. Чурки дерутся. Ага. Ой, чурбанье. Нет, против русских, бьют русских. Сейчас будет чудеса. Да, вот я смотрю. Ладно, пойду разбираться. А как русских быть? Ну чё? Сейчас, пап, всё. Ты чё, брат, подошёл дальше, да? Ебать его в рот. Пизда, просто пиздец. Еще, блядь, на какой машине, блядь, мотив его. Что такое ОПНД? Сейчас почта России приезжала машина и зацепила вот этого чувака. Охереши, вот этот ролик надо точно в интернет выложить. В Екатеринбурге наши песни на 98.9 FM. Впереди сплин, новые люди, сейчас слушаем новости. В список вам... Тут же было, ну тут на красный они ехали, ладно. Это прыжка для гонки.
Женщина! Компания «Уютный сад», теплица и поликарбонат. Я ласкаю чужие губы и шепчу тебе, что ты одна, и одна такая, чужая стала сама себе. Солнышко.